Оплатить налоги и другие задолженности теперь можно, не отвлекаясь от повседневных дел, гуляя или совершая покупки. Весь ноябрь в торговых центрах города будут работать пункты, где сотрудники налоговой службы и службы судебных приставов проверят наличие задолженности и расскажут, как их оплатить. При себе необходимо иметь паспорт. Совместные акции налоговиков и судебных приставов будут продолжены. 17 и 24 ноября с 10 до 14 часов посетители орловских торговых центров также смогут получить у специалистов наших служб необходимую информацию и квитанции для погашения долгов. Федеральная служба судебных приставов проводит акцию «Узнай о своих долгах». Каждую субботу ноября люди в торговых центрах могут узнать о своих долгах. Мы можем помочь распечатать квитанции, помочь всячески в оплате.